И что дальше было? Да Рафик дальше... пошел плакал? Нет, первое, это я спокойно с пацанами играл, он подошел, хотел мне что-то сказать, обманул и меня побил, потом я ему ударила его. Чё это хуй это знать вообще, блядь? Ты его ударил? Да. Он упал? Да. А чё я, ты хотел сказать, что нельзя так делать, я правильно и сделал. Ебалик ему ударил. И он пошел воспитательнице рассказал? Да. И она тебя за это наказала? Нет, он не пошел рассказывать. Она сама увидела и пришла. Я играл, он ко мне лез, все паски ломал, и я его ударил. А потом она пришла, что тебе сказала? Она сказала, ты наказан. Я говорю, хуй я наказан, блядь. Пидораска, въёмный, я тебе больше не приду, блядь. Свинья, блядь. Только первый час ты ещё меня ругаешь. Ещё всех детей ругаешь, блядь. А как она наказала тебя? Что сделала? Ты наказан, и что дальше? Посадила на лавочку? Да. Вот папа пришёл и увидел уже. Папа шёл, увидел, что ты наказана сидишь? Да. А она папе сказала? Да.